В 1869-1870 годах Верещагин вновь посетил Туркестан и по возвращении написал особый цикл картин, одна часть которой посвящалась военным событиям, а другая отражала культурные традиции и быт коренного народа. В нем Средняя Азия представала как край грандиозный и необычный, но живший по средневековым законам и словно выпавший из потока цивилизаций. На рассматриваемом полотне изображен ход мавзолея Гур-Эми, где покоятся останки великого полководца Тамерлана, который был известен своей беспредельной жестокостью. Достаточно большой по размерам картине нет действия и повествования. Статичность композиции, наглухо закрытые двери, изображенные с натуральной величину и абсолютная неподвижность воинов, стоящих в полном вооружении, приобретает характер живописной метафоры. Мрачные стражи хорошо передают дух средневекового деспотизма и незыблемость вековых традиций. Древняя гробница воспринимается чем-то вроде объекта поклонения, а окрашенная шерсть на острых пиках, как следы крови. Верещагин с поразительной этнографической точностью воспроизводит не только костюмы воинов, но и сложный филигранный орнамент на дереве. Густой и плотный колорит напоминает национальный восточный ковер. Полотна туркестанской серии принесли своему автору громадный успех и небывалую травлю. Публику, воспитанную на бравурных батальных сценах, шокировал неприкрытый реализм войны. В результате Верещагин прямо с выставки снял три картины и собственноручно их уничтожил, а в дальнейшем поставил непременное условие. Приобрести коллекцию можно было только целиком. Это и сделал Павел Михайлович Третьяков, уплатив за все работы 2000 рублей серебром.